И последнее. Что такое дождевой червь? Отличная приманка для рыб, так скажут многие, даже те, кто и сам ни разу в жизни не рыбачил. А вот омские ученые с помощью червей будут делать косметическое средство – крем из продуктов их жизнедеятельности. Моя коллега Елизавета Василевич узнала о производстве, а заодно выяснила, какие еще интересные разработки с использованием беспозвоночных готовят специалисты. Сапропель, биопрепараты и дождевые черви. Очистить почву от нефтепродуктов можно при помощи беспозвоночных. Сначала в загрязненную землю засыпают сорбент. Он впитывает в себя углеводороды. Потом добавляют удобрения, которые позволяют на треть снизить содержание нефти. Через месяц мы запускаем червей. Черви имеют свой набор микроорганизмов, около 90 микроорганизмов. Плюс они поедают микробиологический препарат микроорганизма, разносят его на глубину 2 метра. Чтобы улучшить процесс рекультивации, почвы червям дают специально разработанный пробиотик. Вот так выглядит червь без использования пробиотика, а так уже после применения препарата. Их масса тела увеличивается в 2-3 раза, а численность в десятки раз. А исследователь Станислав Князев планирует использовать беспозвоночных в производстве косметики. Из мукусных секретов и продуктов жизнедеятельности дождевых червей будут делать маски, гели и кремы. Если мы помещаем дождевых червей, например, в те же самые среды с добавлением глин, тех же самых косметических, к примеру, добавляем к этому же травы, ну, те же самые, которые вот того же рода аптечные, червь поглощает субстрат, выдает уже активизированный продукт, вот эту вот уже глину, объединенную с растительным лекарственным субстратом. И вот уже вот эту часть можно наносить как маску. Крем еще необходимо испытать. После этого косметика появится в продаже. Причем стоить она будет в 2 раза дешевле зарубежного аналога. А вот исследователь Иван Резниченко изучает дождевых червей, поглотивших тяжелые металлы из почвы. Именно эти беспозвоночные – индикаторы загрязнения. Мы берем сначала анализ, делаем на тяжелые металлы, что в дальнейшем послужит стандартами для нормирования территорий. То есть мы сможем посмотреть, как изменяется токсикологическая нагрузка на окружающую среду. Вот. И можем делать более точные прогнозы, чем это делает простая химическая лаборатория. Сегодня дождевых червей активно изучают во всем мире. По мнению ученых, если переработать белок этих беспозвоночных, можно получить продукцию для подкормки скота и даже элемент диетического питания для человека. Елизавета Васильевич, Дмитрий Головко и Александр Рябуха. Омск здесь.